Всем жителям напоминаем, что в этом году прорубь на реке Оке в районе городской набережной организована не будет из-за теплой плюсовой погоды. Купаться там запрещено. Омовение будет организовано в следующих местах. В роднике Ильи Муромца, купель в Карачарово, деревне Лазарево Кавардинского сельского поселения, водоеме села Борисово Борисоглебского сельского поселения, купели села Борисоглеб в Муромском районе. В Муроме будут организованы три купели при храмах, главное в Спасо-Преображенском мужском монастыре. 18 января в Спасо-Преображенском монастыре в 7 часов утра начинается утреннее богослужение, божественная литургия, по окончании которой будет совершен крестный ход к часовне «Живоносный источник», где здесь будет совершено освящение воды. Люди могут взять эту воду, либо вот в нашей часовне также еще устроена купальня, могут совершить омовение в этот день. Также вода будет раздаваться в течение всего целого дня. В нашей обители также будет совершаться в полночь ночная божественная литургия, когда также можно будет прийти и освятить воду. И в сам день праздника, 19 января, в 9 часов утра, начало божественной литургии, по окончании которой также будет совершено великое освящение воды.